Около 400 алко- и наркозависимых женщин со всех уголков страны прошли реабилитацию в доме матери и ребенка «Жизнь одна». Таковы итоги шестилетней работы социального приюта в Тверской области. В минувшие выходные дом матери и ребенка отметил день рождения. Среди приглашенных – корреспонденты нашего медиахолдинга «Тверской проспект». Родственники, уставшие бороться с зависимостью, вычеркнули их из своей жизни. А для друзей, собутыльников и товарищей по игле они стали средством добычи очередной дозы. В таком положении побывала каждая из обитательниц Центра помощи для мам с детьми «Жизнь одна». У каждой своя история, своя трагедия. Среди них Елена Моисеенко из Обнинска. Пристрастилась к наркотикам вполне во взрослом осознанном возрасте. Бывший бортпроводник, а затем учитель иностранных языков, в платной школе сначала попробовала амфетамин за компанию с друзьями. Затем решила, что снять усталость и поднять себе настроение может только наркотиками. Мне казалось, я вот приходила уставшая просто, потом я еще репетиторством занималась, это все до ночи крутилось, и мне еще надо было вот такие стопки тетради проверять, и потом это стало в зависимость. То есть без этого мне уже не было никаких сил, без этого мне не хотелось уже ничего делать. В дом матери ребенка Елена попала беременной. Без наркотиков женщина уже не могла жить, и родственники начали искать подходящий центр. Дом матери ребенка – один из немногих в стране, где женщины, не расставаясь с детьми, могут проходить реабилитацию. Появился он 6 лет назад. К сотруднице благотворительного фонда «Хлебодар» Анне Дуденковой, сама в прошлом наркозависимая, обратилась женщина с детьми, которой некуда было идти. Волонтер приютила семью у себя дома. Затем была вторая мама, третья. Со временем квартира уже не вмещала всех желающих. В Тверь стали съезжаться со всей России. Встал вопрос о поиске нового помещения. В 2015 году началось строительство собственного трехэтажного дома в деревне Колесниково. В этом помогали друзья социального приюта. То, что делает Анна и ее команда, это совершенно бесценно. И дай Господь, чтобы таких проектов было больше. Потому что, к сожалению, помощь нужна очень большому количеству. Каждый день в центре расписан буквально по минутам. Подъем, приведение себя в порядок. Ну а далее каждая заступает на свой пост. Одни дежурят на кухне, другие занимаются с детьми, третьи убирают дом. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Обязательные ежедневные беседы для мам, направленные на восстановление личности для детей, игры, учеба, прогулка и, конечно, периодические занятия с педагогом-психологом. За 6 лет через социальный приют «Жизнь одна» уже прошли 300 мам со всех концов нашей страны. К сожалению, некоторые вернулись к прежнему укладу, но многие начали жизнь с нового листа. А это около 150 женщин. А самое главное – их детей, которые воспитываются в трезвой обстановке. Это, по признанию Анны Дуденковой, невозможно было бы осуществить без поддержки со стороны друзей фонда. Многие из них приехали лично поздравить дом матери ребенка с днем рождения, в их числе и усадьба Судимир. Руководитель Анна Овчаренко пригласила подопечных социального приюта «Жизнь одна» вместе с детьми в свой оленьий рай, который расположился всего в получасе езды от Твери. Дай Бог, чтобы было больше таких людей, которые могут менять общество, честно. Менять сознание и менять вот здесь вот. Анна убеждена, любой бизнес должен быть социально ответственным. Усадьба «Судимир», где сегодня можно увидеть более 120 оленей, уже третий год принимает у себя детей из неблагополучных семей, предоставляет скидки многодетным, пенсионерам и студентам. Гости посещают самый настоящий деревянный Кремль, место, где можно погрузиться в атмосферу Славянской Руси. Единственный в стране музей оленя, но главное, детей ждет увлекательное сафари в заповедник к животным. Но друзей, как говорится, много не бывает. Наш медиахолдинг уже несколько лет сотрудничает с центром «Жизнь одна», за что и был отмечен благодарственным письмом. Медиахолдинг «Тверской проспект» в свою очередь подготовил для детей сюрприз – поход в кинотеатр «Панорама» в дни школьных каникул. В центр «Жизнь одна» в любое время может прийти женщина, попавшая в беду, насилие, зависимости, потеря жилья. Здесь мамы и детки могут получить реальную помощь. Крышу над головой, восстановление психологического и физического состояния, решение жизненных проблем. Здесь готовы помочь. Сегодня мы уже имеем то, что имеем. И, конечно, мы до сих пор считаем, что мы еще в самом начале, но я верю, что у нас все получится. Дом матери ребенка «Жизнь одна» находится по адресу: Бурашевское сельское поселение, деревня Колесниково, улица Гвардейская, 21.